Строятся крыши твои из мертвого древа. Строятся стены твои из мертвого камня. Строятся мечты твои из мертвых мыслей. Крича, смеясь и распевая, возвращаются обратно к жизни и забирают то, что ты украл. И визжа, стирают кожу с мертвых твоих костей. Глиняная табличка в заброшенном храме Трикстера. На меня вышла некая особа по имени Виктория. Она утверждает, что представляет клиента, который был впечатлен тем, как я разобрался с Рамирезом. И теперь хочет, чтобы я украл кое-что для него. Цель – волшебный меч, принадлежащий дворянину и коллекционеру по имени Константин. О Константине известно немного, только то, что он новое лицо в городе, эксцентричный человек, и держится обычно особняком. Виктория говорит, что меч, вероятно, выставлен на виду, но хорошо охраняется стражей и системами защиты. Еще она упомянула, что стража сильна и хорошо организована, а планировка особняка прямо-таки ставит в тупик. Дом был построен недавно, так что мне пришлось составить свою собственную карту, основываясь на наблюдениях и слухах. Кажется, это место настоящий лабиринт. Думаю, если вы достаточно богаты, вы можете построить себе любой дом, даже сумасшедший, чтобы жить в нем. Это будет очень непростое дело, но и оплачивается оно лучше, чем несколько прошлых заказов. Как обычно, главный ход хорошо охраняется, но я сумею найти другой путь внутрь. Конечно, забрав меч, нужно будет еще позаботиться о выступлении. Всем доброго времени суток, друзья, меня зовут Валерий, и мы продолжаем проходить с вами Вора. Итак, у нас на очереди задание под названием «Меч». Вот, некий Константин, короче, сказал, чтобы мы украли меч, заказал нам украсть у него меч, его меч украсть, вот. Я вообще, что-то у меня башка не варит. Вот, сложность эксперт. Найди и заполучи меч, обыскав верхние этажи. Пока ты здесь, набери добычи еще на 1500 монет. Не убивай стражников. Найди какой-нибудь компромат на Константина. Выберись из особняка. Получается, не Константин. Мне нужно украсть меч Константина некому клиенту. Я думал, это Константин меня нанял. Вот. Понятно, короче. Нужно еще, смотри, компромат на Константина на этого найти, потому что мы не знаем, кто это такой. Мы не знаем, кто это, и мы не знаем, если бы мы знали, кто это, но мы не знаем, кто это. Так, погоди, карта. Внешняя стена, внутренний двор, парадный вход, главные ворота, первый, второй, третий этаж. Не перелистывается, да? Здесь только указано, что три этажа, но не перелистывается ничего. Понятно. Так, окей, давай. У нас 2606, короче, деньги. Водяная стрела по-любому нам нужна будет. Берем, наверное, с десяточек так. Маховую стрелу, так, у меня есть там маховая 2, да? Ну, давайте 4 пускай будет. Так, что нам? Стрелы с веревкой тоже пригодятся, я думаю. Так, шумовая стрела нафиг нужна. Так, бомба или пушка. Мина нам не нужна. Нет, не нужна. Огненная стрела нам тоже, в принципе, не нужна. Вспышки нам нужны. Нам нужны вспышки. Да? Да. Нам нужны вспышки и можно исцеляющие одно зелице. Все, отлично. Погнали. Еще и 400 золотых у нас осталось. Окей. Итак, собственно, обыскав верхние этажи. Судя по всему, значит, меч находится на верхних этажах, раз так написано, типа, обыскать верхние этажи. Так, ну надо сначала разобраться, как... Ну, в принципе, я уже вижу, как можно забраться на верхний этаж. Веревкой. Вон туда, на балкон. И там, собственно, дверь, да? Ну, окей. Давай-ка... Сейчас посмотрим просто здесь еще. Так, дубинку сразу. Думаешь, что-то может случиться?
не расслабляйся. Только не я. Тихо, тихо. Так, ну это главный вход, да? Гаррет сказал, что... Гаррет сказал, что главный вход очень-очень хорошо хранится. Погоди, он сюда идет, что ли? Я в тени? Я в тени. Смотри, у него шлем. Пробьет дубинка шлем-то. Ништяк. О! И первая соточка. Первую соточку намунтили. Намунтили. Тихо, еще кто-то идет. Вам что-то двигалось. Так, я, короче, надо его отсюда убрать. Унести, наверное, куда-нибудь вот сюда. Потому что я так думаю, что там может еще кто-то ходить. Так, окей, ладно, там главный вход. И, в принципе, Гаррет сказал, что он хорошо охраняется, и нам туда не попасть. Ой, какое странное окно. Что-то проектировщик как-то смазал немножко, да? Так, ладно. Где мои стрелы с веревкой? Вот это я метка. Так, давай-ка вот здесь. Бац. Ништяк. Это что, мхом поросло или оно так и должно быть? Так, ну я думаю, пускай, наверное, да, висит у нас стрела, потому что может уходить будем так же. Дверь открыта. Может, меня здесь кто-то ждет? Деньжата. Меня здесь стопудово ждет кто-то. Денежки мне оставил. Так, что там по карте? Я на втором этаже. Допустим, я на втором этаже. Но давайте найдем лестницу. Спустимся на... Опа, вот лестница. Спустимся на первый этаж. И как вот по старинке, по канону начнем исследовать с первого этажа. Да? Да. Я думаю, так будет интересней. Так. Аккуратно. А что это за загоны? Мы, собственно, не знаем о Константине вообще ничего, кто он такой, что вообще это новый человек. И, в принципе, может выпасть так, что он может быть каким-нибудь вообще... Где? Вообще там, типа, наикрутейшим каким-нибудь чуваком. Вот. Ну, бляха. Мне уже нравятся эти коридоры. Вкус, в принципе, у чувака есть. Оп. Мне показалось, я что-то увидел. Тихо ты. Ты же вроде в тени. Думай, что сможешь долго прятаться. Ключ, хорошо. Бляха, мне просто повезло. Так, надо его куда-нибудь спрятать. Ну, пускай, ладно, здесь лежит. Свет я не буду ему вырубать, потому что я думаю, здесь никто не ходит больше. Не надеюсь на это. Да бляха! Есть там кто?
Ладно. Собственно, я здесь потушу. Окей, ладно, так, может, будет получше. Так вот, я говорю, мне уже нравится коридоры строения. Просто, ты просто посмотри. Разнообразие какое, да? До этого особняка мы были в других особняках. Там как-то было все так маловато, все так вообще непонятно, да? Так как-то скромненько. А тут прям смотри, как он сделан с баба, прям при бабахом, прям. Тихо. Больше не подходит. А, зато отмычка подходит. Ништяк. Отлично. Так, там охрана ходит. Ладно. Ладно, была не была. Заметят, так заметят, да? Че, ну, первый, что ли? Так. Ну, вроде ничего, да, нет. Тушить не стоит, я думаю. Так, ладно, погнали дальше. Звуки-то какие звуки? По куфрикам. Ё-ё-ё-ё. Тихо-тихо-тихо. Я тебя слышу. Иди сюда и дери. Выходи сюда. Бляха. Все-таки я выжидал момент, а он все-таки... Да на! Че, я еще буду тут нянькаться с тобой, что ли? Так, оставим его здесь. Типа это он здесь скрыл, короче, и это украл. А потом потерял, осознал, что он это, что он украл, короче, и потерял сознание. Окей, так и этого тоже надо куда-то запихнуть. Давай к нему. Они, короче, его типа украли, не поделили жатву, которую они украли, и, короче, это друг другу по морде надавали и потеряли сознание и. Так. Ага. Ой, мать его, ходов-то. Ой, мать его, ходов-то. Ух ты. Ты посмотри просто, как, какой особняк, просто замок, да? Какая красотища. Так, это, наверное, это на второй этаж. Охренеть, целый бар. Круто, круто. Дорогое винишко я заберу. Нет, здесь никакого дробаша, как обычно. Опа. Знаешь, как обычно этих у бармен. У барменов это дробаш. Это блуждает непонятно где. Где-то наверху. Сэр, это вы? Кто? Нет. Там шумит? У нас... Леха.
Вот это я сейчас зря сделал. Падай. Получи. Ай. Это я зря сделал сейчас, короче. Просто. Просто же... Просто ждем. Кто там шумит? Все. Ключ. Так, это у нас опять на второй этаж идет, пока мы туда не идем. Сейчас этого я за барную стойку, короче, выкину. Там-то искать никто не будет. Хотя, если вдруг кто-то, знаешь, захочет горло себе залить, короче, то, возможно, может и увидеть. А то такая подзолоченная вообще, да? Бляха, сколько комнат, сколько вообще мест. Сколько разнообразия, да? Я чувствую, интересная миссия будет. Так, ладно. Так я уже, знаешь, куда-то так вот в разнобой хожу. Боже ты мой. Картины. Эх, на гробики, да, похоже? Может, это реально гробы? Да фиг знает. Так. Тема задница раскрыта. Вот это мне нравится, картина прикольная. Да, типа смерть с косой. Дамы такие по бокам. Так, а что здесь нет? Ничего, это... Здесь какая-то прикол... Ну, не прикол, это секрет. Тихо. А, не по всем бьется, да? Так, ладно. Ой, а чё так оскочил-то? Гаррет, ты чё? А где? Где он топит? А это чё за место? А, да ладно, там окошко, я и не видел окошко. Так, погоди, или он здесь ходит? А-а-а! Вон чё. Так. Хрена такой закоулочек, да? Нехиленько. А, зелье исцеляющее, окей. Так, а там что? А, это главный вход, ёпти мать. Идешь сюда. Так, а вот и главный вход, в принципе, да? Клёво, да? Смотри. Ну, в принципе, можно будет сбежать через главный вход вот так спокойно. Я что-то зачистил. Как бы. Длинная стрела. Хорошо. Так, а вот эти штуки отрежутся, нет? Свою визитную карточку бы оставил. Смотри, тут даже черепа какие-то нарисованы. Вообще клево. Ладно, погнали. Так, а здесь я был, ага. Я круг сделал. Так, оттуда я пришел. Ага, ага, ага. Да, я потом пошел. Бляха, тут еще и подвал есть. Да ладно.
Да ладно, тут еще и подвал есть. Ну-ка. А, эта дверь вообще не открывается. Понятно, ладно. Так, ну на второй этаж потом пойдем. Вот еще двери, где я не был. А, был здесь. А тут? А тут не был. Это кухня. Это кухня. Жрачка. Нам-нам-нам-нам-нам-нам-нам. Так, ничего там в раковинах нет. Погоди, а сколько мне? Всего на 1500? Я думаю, здесь я до хрена всего найду. Тут, смотри, двери, там двери. А, это... Да? Вот это странный закоулок. Стены такие мраморные, да? Так, а это что за дверь? Тоже коридор. Чего? Кто-то шептал, походу. Так, погоди. Оп, сюда закрыл. Так, а здесь сейчас я гляну еще. Ой. Да ни хрена себе. Внутри особняка сад. Божечки. Так, ладно, тогда... Нет, на улицу мы в сад не пойдем пока. Ни хрена себе. Тут оказывается еще. Ой-ой-ой-ой-ой. Идем сюда, иди. Ты где-то здесь. Знаю. Какой, а? Откуда вот он знал, что я здесь? Я найду тебя. Черт бы тебя подрал. Кто там крадется? Тут надо маховую стрелу, наверное. Не волнуйся, я тебя найду. Давай, давай. Как раз здесь на коврике. Ну, моя супер фишка работает, которая это резко за спину забегаешь. Правда, цапнул все-таки меня. Так, ладно. Здесь мы посмотрели все. А, это закрыто. Это закрыто. Так. Мне бы здесь не это, не пропустить бы вообще дверей. До хрена всего ходов. Так. Угу. Второй этаж. Ну, в принципе, наверное, все, да, я здесь посмотрел, теперь надо пора это... А где этот? Как его?
Где этот сад? Пора туда, значит. Я здесь все осмотрел, да? Получается. Так, это начало. Уголь отдал. А, о! Я просто дверь не закрыл. Погоди, а в этом камине что-то есть? Смотри. Не-а. Окей, погнали. Смотри, а это... Ой. Отлично. Четыре ключа уже одинаково забрал. Так, а смотри, а здесь потолок деревянный, я могу, в принципе, туда он залезть. Да? Ой, я думал, это вода. Ну, как бы, знаешь, болотная. А это нет. Странные все эти формы какие-то. Ой, мина. Окей. О, вспышка. Неплохо. Ну-ка, давай-ка просто я сейчас залезу. Я просто думаю, все равно, как бы лестница какая-нибудь в любом случае будет вон туда наверх. Но я сейчас, короче, хочу просто взглянуть, может, вот, где вот эти вот штуки позолоченные, там, может, это что-то есть. В принципе, я ничего не вижу, да? Прям какая-то странная. Так, погоди. Ну да, это второй этаж. И пока мне сюда не надо. Да? Да. Я же на траву упал, ты чё? Так, ладно. Хрен с ним. У меня есть это. Как их там называют? Ой. Это как? Это как? Сейчас было. Ой, это что такое красное? Это реально какой-то этот сад. Ботанический. Не заблудиться бы в нем. А, это как, смотри, как фонари. Просто лежат стрелы. Нормально? Ой, дверька. Это деревянное или нет? Ой, это обычная стрела. Я думаю, а где веревка? Эй! Ну да. О! Получилось. Все-таки получилось. Так, погоди, это я на второй этаж опять залез. Только как-то непонятно, через жопу я залез. Ой! Вы тоже это видите? А как мне туда попасть? Я сейчас блевану что-то. Можно? Так, ладно, это второй этаж, мне туда пока не надо. Мы пока сад еще не осмотрели. Окей. Ладно. У меня видос, кстати, к концу подошел. Давайте вот закончим вот здесь. Вот. Как раз птички поют, цветочки шумят.
Вот, кому понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал, группу ВКонтакте, подписывайтесь на Инстаграм, комментируем. С вами был Валерий, всем пока.